Ребята, привет! Вы на канале Фантик Тайм. Меня зовут Руслан. И Банан Игорь тут. Здравствуйте, ребята. Как ваши дела? Руслан, а что мы сегодня делаем? И сегодня мы распаковываем лол-питомцев. Кстати, вот мы уже 4 штуки распаковали. Ссылочка в описании оставлю. Открываем первый слой. Подсказочка. Платье и стрелочка. Dress up. Ничего мне эта подсказка не говорит. Следующий слой. А у нас желтый шарик. Почти золотой. Заметьте. Подсказка. И последний слой. Желтый шарик. Открываем. Сейчас самое интересное. Куча кулечков и в каждом сюрпризик. В общем, распакуй. Первый кулечек. Так, а тут у нас очки и ошейник. Мне кажется, это какое-то ожерелье. Очки, как будто бы она умная. Ожерелье, как будто бы богатая. Открываем второй кулечек. Судя по совочку, у нас снова заяц. Открываем тапочки. Вот такая обувочка. Так, следующий кулечек. Ой, мы распаковали сначала питомца. Я же говорил, заяц. Ой, кролик. Я не знаю, чем отличается заяц от кроликов. Зовут ее Банни Бон. Банни кролик. Ага. Ну что ж, последний кулечек с бутылочкой. Давай, Руся. Вот под эту успокаивающую музыку мы снова позыркаем на наших питомцев. Кролика. Одна такая рыжая, а другая умная. Зато у первой Инстаграм есть. Вот. А вот банда из всех питомцев. Так сказать, коллекция наша. Пока 4 штуки. Ну что, ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки и не забудьте подписаться на канал. Всем пока! Пока-пока!